Эту быль мне поведал военный священник. Он во время войны труд нелегкий свершал. Всех, помеченных смертью на поле сражения, в час последний священник за руку держал. Он молился о них, он горел состраданием, души грешные к Богу направить хотел. Не один раз он слышал слова покаяния, а случалось, кому-то прийти не успел. О, священник не раз видел жаркие битвы, и ему самому смерть смотрела в глаза. Он старался успеть к умиравшим с молитвой, знал, что в вечность уйти без молитвы нельзя. Как-то ночью позвали его к капитану. Тот с простреленной грудью уже чуть дышал. «Жить не будет», — сказали, — «смертельная рана. Помолитесь, пусть к Богу уходит душа». Человек умирал, не считал себя трусом. Для военного смерти бояться — позор. Но священник спросил: «Капитан, вы с Иисусом?» «Был давно». Тихий шепот, тускнеющий взор. Жить ему оставалось недолго, минуты. «Капитан, где оставлен был вами Иисус?» Вспоминать перед смертью мучительно трудно. «Я не помню», — слова следенеющих уст. «Вспоминай, капитан, улетает мгновенья, возвращайся назад. Где ты мог потерять Иисуса? Ты вспомни!» Но черною тенью смерть, сутулясь, уже появилась в дверях. И терпение теряя, ждала капитана. Он молчал, больше слышать, казалось, не мог. Но спасение — это великая тайна. И священник молился: «Спаси его, Бог! Ой, прости, Иисус, вновь яви ему милость!» К умирающему Божья простерлась рука, и широкой улыбкой лицо осветилось. Слезы, слезы катились по впалым щекам. «О, я вспомнил!» Глаза засияли надеждой. «Так начни же оттуда скорее, мой друг!» И, вздохнув глубоко, умирающий грешник детской песни слова прошептал тихо вдруг: «Теперь я отправляюсь спать, молю мне душу охранять, а коль умру при тем, как встать, молю Господь мою душу забрать». И умолк, и ушел в небеса в час полночный, как ребенок он в вечность ушел. И священник рукою закрыл ему очи. Где же, где капитан Иисуса нашел? В детстве далеком звучала та песня, и следы к Иисусу давно замело. Иисус капитана ждал в том самом месте, и почти в колыбель возвращаться пришлось. Что он вспомнил? Куда привела его память, и по вехам, каким он успел пробежать, не сказал капитан. Может быть, голос мамин он услышал, и к Богу вернулась душа. Потерять Иисуса, идти в одиночку до последней черты, мое сердце не хочет, не хочет, не хочет. И захочешь ли ты? Страшно без Иисуса пред смертью остаться. Не в последний же час к месту, где был оставлен Христос, возвращаться. Возвращайся сейчас. Аминь.